Важно. И Донбасс это их территория, и Крым это их территория. Мало ли что там в Кремле говорят. Точно так же, мало ли что там в Ереване говорят о том, что Нагорный Карабах там этнические армяне. И что дальше? Этнические армяне. И теперь каждый... А в этнических армян в Краснодаре нету? А в Калифорнии этнических армян нету? А в Марселе они не живут? Теперь каждый этнический армяне поднимутся и скажут независимое государство? Сколько их там живет? Сегодня этих этнических армян там 25-30 тысяч. Они сидят сейчас, говорят, 120 тысяч. Да хоть 150 тысяч. И что вы хотите? Государство создавать? Теперь везде, где будет компот, идите в Краснодаре тоже создайте. Да, это государство. То есть я к чему это веду? Я